Вы знаете, у меня когда муж Колька приходит с работы, он приходит домой, он, знаете, он входит домой, в чучку чмокнет и на кухню. У него, знаете, рефлекс, как у собаки Павлова. В щечку чмок и к миске. Выходит на кухню, говорит, подожди, а пожрать где? А что ему еще? Пришел, чмокнул и пожрать давай. Я говорю, Коля, подожди, какой пожрать? Коля, ты что? Он говорит, Катя, я же с работы, мне бы... Я говорю, Колька, вспомни, когда мы были молодыми. Колька, ты только вспомни, мы были молодыми, жрать было нечего, жили в общаге. Помнишь, как пойдем по общаге, у кого хлебушка, у кого колбаски, у кого консервов, ты кильку в томате любил. И, Калюнь, а давай сегодня так, а? Давай по соседям пойдем, пожрем хорошенько, а потом будем в подъезде песни петь, целоваться. Он говорит, Кать, ты чего? Я что, к нашему соседу замминистра за банкой кильки пойду, что ли? Я говорю, Коль, боже мой, да что ж с нами такое происходит, Калюня? А мне так сегодня захотелось молодость вспомнить. Колька, помнишь молодость? Он говорит, Катя, пожрать дай, потом вспомним. Посидим, фотографии посмотрим, где на горшочке. Молодость вспомним, детство. Я говорю, Калюня, Коль, а помнишь, были молодыми, помнишь, Коль, помнишь, я надену свое белое платье, помнишь, как мы в лес ездили, в березы, я белое платье надену, босиком, волосы распущу, помнишь, как ты меня догнал, повалил меня в траву, целовал меня, целовал, и говорю, а давай сегодня так, а, Коль? Говорит, Катя, тебя что, ностальгия замучила, что ли? Че, в березку хочешь побегать, что ли? Ну давай, вон у забора три березки растет. Надень белое платье, раздуйся и бегай, а я на балкончике посижу. Пивка попью, тобой полюбуюсь. Я говорю, здрасте, а кто же меня догонит? Он говорит, ну как, ну, соседи скорую вызовут. Санитары догонят. Я говорю, да ладно тебе, Коль. Коль, говорю, Коля, а давай выпьем? Он говорит, о, эта мысль мне нравится. Давай, доставай коньячок, дорогой, хороший, давай по рюмашечке перед едой. По рюмашечке выпьем для настроения. Коль, какой коньяк, о чем ты говоришь? А помнишь, Петяска, дешевенькая, помнишь? Я глоточек для храбрости, ты все остальное. А потом в подъезде, помнишь, как мы пели? Ты мне мою любимую, помнишь? Для меня нет тебя прекрасней. Коль, говорит, давай сегодня так. Ты мне споешь, соседи выбегут, ругаться будут. Он говорит, Катя, соседи сегодня не выбегут, а собак выпустят. И ты что все время целоваться, целоваться, целоваться? Кать, ты что забыла? У меня же челюсть вставная. Ну вспомни, как на серебряной свадьбе ты в меня впилась. Помнишь, как у меня челюсть на тарелку выпала? Помнишь, наши гости от удивления рты открыли, у них тоже челюсти повыпадали. Катя, вместо серебряной свадьбы получился банкет стоматологов. Весь вечер говорили о зубах и пили за блендомет. Знаешь что? А давай я тебя в армию провожу. Стричь тебя не надо. Я, знаешь, я у окошка тебя буду ждать 2 года. Все глаза прогляжу, а ты придешь в гимнастерке с чемоданчиком без значка. Я тебя не узнаю, а потом узнаю. А потом как брошусь тебе на шею, помнишь, а? Он говорит, как же не помнить, я в лужу упал, конечно, помню. Я говорю, да ну тебя, Коль! Да ну тебя! Ну ты хотя бы мне цветы подарил бы, как раньше. Помнишь, на 7-й этаж залезал, цветы мне на подушку. Ты помнишь, он говорит, Кать, какой 7-й, ты на 1-м этаже в бараке жила. Это мне сейчас на 7-й, чел, муха, что ли, по стенкам лазить?
А потом, если я залезу на седьмой с цветами, то не я тебе на подушку, а ты мне на могилку. Я говорю, ну ты мне свидание назначь, как раньше. Коль, я опоздаю на час, как положено. Давай. Говорит, Катя, да ты посмотри мой график, я же вкалываю с утра до ночи. Потом, видимо, как-то на меня посмотрел так, ой, я не знаю. Говорит, ладно, полистал ежедневник. Вот, говорит, смотри, у меня полчаса есть в пятницу. Давай приезжай в министерство в 2:15. Я тебе пропуск выпишу. Погуляем в коридорчике. Посидим под пальмочками. Я тебя покатаю на лифте. Так обидно стало. Я вывалила все, что в холодильнике. Думаю, жри. Сама ушла в другую комнату. Как выпила. Я включила музыку, а как дала твист. Два раза. Как меня прострелило. Хорошо, Колька дома был. Дотащил меня до кровати, растер. А сам слышу в дверь, бац! Хлопнул, ушел. Думаю, дура старая. Довела мужика. Тут еще шпана какая-то под окнами орет. Для меня нет тебя прекрасней. И пошла, вы что орете? Ночь на дворе, что орете? Спать пора. Слышу, один орет, особенно лысый, в белой рубашке. Ну, наяривает таким дурным голосом. Присмотрелся, это Колька. Дурной голос на слух. Вы знаете, я так растрогалась. Я даже расплакала. Думаю, значит, понял. Но нет. Ну, дошло, значит. Думаю, ладно, если понял. Завтра я все-таки уговорю его в армию пойти.